всех знаков зодиака 9 ноября отмечается спокойствием и монотонностью, приглашает замедлить темп, отложить активные действия и заняться привычными рутинными делами. Овны, желание испытать новые яркие эмоции может втянуть вас в неприятную историю, поэтому звезды рекомендуют осторожнее относиться к приглашениям и отказаться от рискованных мероприятий. Могут возникать ситуации, когда придется исправлять ошибки, допущенные в прошлом. Тельцы, вы будете испытывать повышенную раздражительность, окружающие выводят вас из себя, испытывают на прочность ваши нервы. Надо стараться сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации. Если вы дадите волю эмоциям, дорогие вам отношения будут испорчены. Близнецы, у вас впереди сложный в эмоциональном плане день. Нужно стараться сохранять хладнокровие и вежливость, что бы ни происходило вокруг. Какие-то ситуации или связи из прошлого дадут о себе знать. Есть шанс исправить ошибки или примириться. Не стоит начинать никаких новых дел. Раки, чтобы избежать необязательных ошибок или просчетов в работе, подстраивайтесь под коллег или партнеров, больше соглашайтесь с их доводами. В отношениях с близкими не пытайтесь скрыть какие-то факты или события. Откровенно расскажите все, что вас беспокоит. Это поможет избежать ссор. Львы, 9 ноября у вас велик шанс допустить ошибки даже в тех делах, которые вам хорошо известны. Действуйте в комфортном для вас темпе, не спешите, сохраняйте концентрацию. Окружающие могут выводить вас из себя своей медлительностью, поэтому старайтесь держать себя в руках. Девы, какие-то ситуации будут снова возникать в вашей жизни, и нужно постараться не начинать конфликтов. Поменяйте свое отношение к происходящему. Не злитесь и не расстраивайтесь. Спешка в работе может добавить проблем, поэтому выполняйте задания внимательно, в удобном для вас ритме. Весы, вас ждет день напряженный и сложный. Вы можете ошибаться даже в вещах, которые вам хорошо известны. Поэтому звезды рекомендуют не отвлекаться, проявлять настойчивость, если что-то поначалу идет не так, как вы рассчитывали. Отложите поездки или путешествия на другой день. Скорпионы, любые проблемы, возникающие у вас 9 ноября, следует решать быстро и не раздумывая. В противном случае эти неприятности останутся в жизни на долгое время. Подтягивайте свой профессиональный уровень, приобретайте новые навыки и опыт. Они вам скоро пригодятся для карьеры. Стрельцы, у вас увеличиваются шансы испортить какие-то важные для вас отношения. Это может касаться как личной, так и профессиональной сферы. Будьте внимательны к окружающим, не критикуйте их лишний раз, проявляйте тактичность. Возьмитесь за дело, которое вы давно планировали начать, но все время откладывали. Козероги, ваша невнимательность может привести к серьезным последствиям, которые скажутся на рабочем процессе. Будьте внимательны и осторожны, чем бы вы ни занимались. Звезды рекомендуют использовать все удачные шансы. Это позитивно скажется на карьере. Водолеи, у вас впереди напряженный и проблемный день. Неприятности поджидают в самом неожиданном месте. Следите за своими словами. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Все вопросы будут решаться медленнее обычного, поэтому лучше перенести их на другое время. Рыбы. Общение будет сложнее и может перерасти в ссору на ровном месте. Лучше разговаривать на нейтральные темы. Не вступать в споры или перепалки, чтобы избежать более крупного конфликта. Отдайте приоритет легким и приятным делам. Для сложных проектов у вас пока недостаточно энергии. 9 ноября всем знакам зодиака важно избегать суеты и спешки, особенно если они могут привести к нервозности и беспокойству. Звезды знают, что говорят.